принципе, мне нравится здесь атмосфера, что здесь все в одном месте. Номера красивые, новые. То есть эстетически все приятно. Касательно объектов и номеров, скажем так, комнат, которые нужны для медицинских целей, для тренировки. Вот сейчас мы, я еще туда не дошла. Вот, но первое впечатление положительное. Я хочу вам пожелать процветания, естественно, потому что я знаю, что у вас интересная история. У вас очень интересный город с точки зрения даже такого национального микса и как вы все вместе дружно здесь живете. И я надеюсь, что вот это культурное многообразие, оно придаст вашему городу специальную какую-то нотку, и вы можете показать всему миру, как прекрасно могут жить вместе разные национальности и как они могут развиваться. У вас прекрасные традиции, мне достаточно нравится ваш город по атмосфере, и я надеюсь, что будете развиваться только в положительную сторону.